После операции больной говорит врачу: доктор, а мне пиво пить можно? Он говорит: какое нафиг пиво, вы что? Он говорит: ну я в принципе на будущее. Он говорит: какое нафиг будущее? Этот анекдот мне рассказал замечательный артист, которого я очень люблю. Причем люблю давно. Еще с тех пор, как он был хорошим драматическим актером. Но еще лучше, он выступал в актерских капустниках. Причем, знаете, даже Утесов, посмотрев его в этих капустниках, сказал ему, что ему обязательно надо идти на эстраду. И сразу стало понятно, что появился на эстраде совершенно великолепный, ни на кого не похожий, оригинальный артист. Мы все его любим и знаем его от персонажа, который вот все время говорит в зал: мужик, 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 да? Но я его полюбил, и все широкие массы, общественность, зрители полюбили его после того, как он сделал по телевидению вот эту вот замечательную кассиршу. Помните, она все время говорила: господи, а... Это был, конечно, потрясающий номер, и я его недавно увидел на концерте у Яны Орлозоровой и попросил его, чтобы он сегодня сделал. Я не знаю, сделает или нет, но выступает Ян Орлозоров! Мы как-то приехали в город на гастроли, это было очень давно, поэтому вы делаете скидку на то, что это было очень давно. Приехали в какой-то город, нас никто не встретил, снег идет такой мокрый, никого нет. Мы сами добрались до гостиницы, стучимся, двери закрыты, никого нет. С той стороны появляется швейцар, мы ему показываем, что мы, мол, артисты, мы к вам. Он нам оттуда: бахом отсюда. Мы говорим: ну мы же как-то к вам же, мы же бахом отсюда. Через какое-то время выходит такая заспанная, такая заспанная вся администраторша. В то время у нее еще бегуди были, халатик, из-под халаты там ночнушку выгладили, все. Она так нам: приперли, сэй! Я говорю: ну а что делать надо, конечно. Че на полу стоишь-то? Я говорю: один надо стоять. Пол только что помыли. Ползи вокруг по плинтусу. Я, значит, так тихонечко-тихонечко и стал так на коврик, стой на... Куда ты встал на коврик? Это не коврик! Это мы дыру в полу закрыли! Я туда иду уже к лифту. Она говорит: куда ты пошел? Лифт уже 5 лет не работает. А я слышу там: выпустите нас отсюда! Я говорю: там же люди! Она говорит: какие люди? Налоговая инспекция застряла. Она говорит: душем будешь пользоваться? Я говорю: да. Вниз, на цокольный этаж направо, в углу шланг валяется. Крикнешь Федор, он обольет. Только учти, телефон в гостинице только у тебя в номере. Все будут звонить из твоего, а? Ты у нас до которого числа? Я говорю: до 6-го. Все, после 6-го ты уже не жилец. Ну и вот после этого я начал делать этот номер. Действительно... Этому номеру, наверное, столько же лет, сколько мы знакомы с Леоном. Потому что я его знаю очень давно. И когда меня действительно узнают и говорят: мужик, мужик, это не совсем правильно. Потому что начинал я с бабы. Значит, представьте себе вокзал, кассу и очередь в эту кассу. Дочка, дочка, глянь там на фамилию Уткин за Дунайский, там должно быть 2 билета до Киева. Глянь, посмотри, дочь. Господи! Фамилию у людей двуспальные какие, честное слово.
Нин, посмотри там на фамилию Уткин Киевский, Дудуная. Ну что, там есть билеты? Нету. Курочкин, нет билетов. Следующий кто? Господи! Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел. Сам. Знаешь, как мне уже надо? Сильно-сильно. Знаешь, куда? Туда. В направлении туда давай, приблизительно туда. Душанбе. Воркута. Львов. Вот в это направление. Знаешь, когда? Давай так мне приблизительно февраль, конец июля месяц. Чтоб я в марте уже уехал бы к чертовой матери. Число четверг. Обязательно. Вечерним с утра я прям днем поеду, чего ждать-то? Совсем озверели, прям, господи! На Душанбе отродясь билетов не было. Да, он еще ко мне прям с претензиями. Ну и что, что поезда пустые ходят? Билетов нету. Может, это броня? Да! Вот бронепоезда и ходят. Что он ко мне прям с претензиями? Вон лучше мамашу с ребенком пропустим. Третий раз ребенка в кассу, встречи каждый раз разный. Что ты ребенка скамел? Прям в окошко не пролазит. Подними его повыше-то, ну. Как тебя зовут, мальчик, а? Владимир Борисович. Сколько ж тебе билет-то, а? 65. Взрослый мальчик, а? Мужа хотят прям за полцены провести. Прям денег на него жалко. Если он такой маленький, взял бы бандеролью послали. Следующий кто? Господи. Мы со самотом, Вот и все. Ты сам понял, что сказал? Ты что, не один сейчас разговариваешь? Давай вот эта вот голова говорит сначала. Что ты смотришь? Давай, змей, говорит, куда тебе? До Харькова. Да какого Харькова? Да Харькова, господи, прям есть сам не знаю, да куда вай. Стари, куда тебе ехать-то? Да Харькова, теперь правильно, нет билетов. Дочка, а как же я? На фамилию Уткин за Дунайской. Два билета до Киева, глянь, посмотри. Ты фамилию очень раздельно произнеси. Уткин тире с Дунайской. На тире есть билеты. И на сегодня, на вчера, и не до Киева, до Караганды. И фамилия твоя Лебедь Краматорская. Будешь брать-то? Да, дочка, я по шпалам пойду. Только чтоб тебя уже не видеть в этом окошке.